With the Jade Palace safe and the Blackhoof Boar clan defeated, the Dragon Warrior, there, I said it, was feeling pretty good. Maybe now. Итак, наша следующая глава – Озеро Слез. Именно то озеро, куда отправились крокодилы для того, чтобы обижать наших скромных жителей, например, зайчиков и тому подобное. Насколько я помню, здесь будут именно они. А, еще черепашки. Говорите, Крейн, вы, наверное, слышали о нас, слава богу, что вы здесь. Это было ужасно, крокодилы. Они же везде. Они пытаются похитить наших малышей. Крокодилы? Я больше специалист на кабанах, повелитель Крейн. Занимался крокодилами. Повелитель Шифу сказал, что это ваша работа, По. Боже, По, вы, наверное же, опытный воин, да? Ну, но вы ведь годами тренировались, да? Ну, я... Ладно, вы умеете искать яйца? Яйца? Я? Да, конечно. План таков. Ты снизу, я ищу сверху. Удачи. Окей. Ладно, свидание. Встретимся на другой стороне озера. Эй, стойте. Другая сторона. А что это такое? Ой, давайте искать. Недавнее приключение, блин. Поехали. Надо найти все яйца, да? Use fast attack. Опа! Крокодила. Что у нас здесь? Тихо. Вперед. Так, одно яичко у нас собрано. Малыш, ты куда? Серьезно? Там только что были крокодилы, ты просто так взял и спустился в воду. Очень опрометчиво. Правда, думаете, что у вас здоровья хватит, что ли, меня обидеть? Да я вас на запчасти разберу, не только за себя, а за этих маленьких черепашек. Совсем, что ли? Охренели. Так. У нас есть еще одно яйцо вон там, да? Хорошо. Давайте покажем... Мастерство подводника. Так, ну, это нормальное явление, как бы. Падая вот это вот туда, куда-то, да? Допустим. Хорошо. Так, окей. Иногда просто надо делать двойную сальтуху и как бы... В этой игре как бы такие моменты, они изначально... Ну, в подводниках, конечно, играть тоже хорошо. Поэтому все прекрасно понимают. Так, окей. Ага. Вы что, совсем охренели?
А? Вы что, нашли себе ровню, что ли, а? Вы? Я понимаю, сейчас это освободим. Слышь, что? Хочешь получить? Совсем, что ли? Страх потеряли, крокодилы. Так, там, подожди, там, по-моему, что-то есть, да, наверное, наверху? А может быть, я ошибаюсь. Но там есть ящик, но как туда залезть, я, конечно, не помню. Но это, в принципе, и не важно. Хорошо, ладно. Так. А, у нас есть черепашка, которая нам сейчас поможет перейти туда. Оп. Так, окей, давайте вот теперь вон туда. Настолько вы интересные, ребята, что порой даже мне прям смешно на вас смотреть. Так, окей, мы прошли, да, данный отрезок. Давайте теперь вот сюда. Ай-яй-яй-яй-яй, утонул. Пофигу на эти монеты вообще, пофигу абсолютно, вот прям вот. Они что есть, как бы, и что их нет. Не существенная эта утрата такая, прям вот. Если честно, вот. Нет, они, конечно, хороши, бо... Монеты, конечно, хороши, но... Не настолько они уж прям... влияют на наше продвижение по игре, просто потому что там чисто аспект идет на супер комбо, а если касаться самой игры, то никак абсолютно не влияет. Так, окей. Ага. Так, мы всех спасли? Вроде как. Давайте двигаться дальше. О, черепашка. Так, 6 из 10 яиц мы нашли. Вау! Легендарные ключи надеются, что мы могли... А! То есть ты мне предлагаешь сказать то, что я еще не всех нашел, что ли? Так, ну ладно, допустим. Так, осталось путь. Осталось два, да?
Блин. Very good, Agnes. Так, 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 давайте, давайте, аккуратненько. Наша кунг-фу панда движется к завершению данного квеста. Набираем силу энергии ЦИ, да? На! Блять. Толстосум, да? Хайде, повелитель По. Я бы хотел, чтобы вы сказали это очень громко. Это же ведь не из кунг-фу, понимаете? Королева крокодилов основала свое логово на рыночной площади. Нужно быстро идти туда. Быстро, быстро, быстро. Есть лимит вид... А, я набрал фунт или около того. Не волнуйся, держи форму. Держи форму, да? Хорошо. Поплыли. Мастер По! Утонул я, да? Ладно. The Crocodile Queen has set up her lair in the town plaza. We must get there fast. Quick, hop on. Is there a weight limit? Cause I may have put on a pound or two. Don't worry. Just keep your balance. Ай. Что-то как-то я... Да... Эй, мастер По! I really wish you wouldn't say that so loud. It's kind of not... Что-то как-то у меня с вестибулярным аппаратом плохо. The Crocodile Queen has set up her lair in the town plaza. We must get there fast. Quick, hop on. Is there a weight limit? Cause I may have put on a pound or two. Don't worry. Just keep your balance. Да, блять. Эй, мастер По. I really wish you wouldn't say that so loud. It's kind of not kung-fu-y sounding, you know? The Crocodile Queen has set up her lair in the town plaza. We must get there fast. Quick, hop on. Is there a weight limit? Что-то я так как прям тяжеловато прохожу эту миссию. Ну, именно вот черепашка что-то не получается у меня. Здорово! Rescue... Чё у вас тут? Как успехи?
что, зассали, что ли? А? Герои? Что ты урчишь там? Да пошел ты. Абсолютно пофигу. Эй! Проснись, солнышко! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! О, привет! Кто посмел разбудить меня? Подожди, подожди, малыш! Сержант! Сержант! Легче, легче воздуха! Это не для меня. Остановите их. Понятно. А, ну ладно, я могу из этого не долететь. Блин, затупил. Ай, затупил, ладно. Come on, guys. Oh, hello. Who dares to wake me? Hang on, little guy. Sergeant! Sergeant! Woohoo! I'm lighter than air. Not to me. Stop them! Steer Master Crane. Блин. Давай, 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 давай. Сержант. Понимаете, так называли, да? Блин, я сам по нему подставляюсь почему-то. Что за дела-то, а? Блин, я сам по нему подставляюсь просто, но мне повезло. Вау, давай! Давай, давай! Оу! Молодец! Что? Нет! Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу, да? Повелитель Ид, ты вернулся. Оу, мастер, мастер. И с крошкой Хэтчлингом, спасибо. Спасибо вам еще раз. Ты настоящий герой. Я помог ему. Да, да, да. Хорошие взмахи, кстати. Спасибо, По. О, забавный парниша, кстати. Ну что, у нас соточка, ребят, еще одна. Спасибо всем за лайкосы, прохождение, подписочку.
Увидимся на прохождении дальше игры Кунг-фу Пэнда. Удачи!